подожди, я ей только за... Все, Леня, раскорячила жизнь Леню. Моя Дина тебе помешала. Перекинет, еще и видео выкинет. Смотри, ёханый бабай. Леня, ёханый бабай. Спасай, дверь ему открой, дверь открой ему, Витя. Ёлки-палки, Леня, блин. А там еще люди есть. Ёханый бабай! Переехал на другой берег! Слышишь? А ты же ему маску с трубкой не дал, Лёня! Подъезжай с ребёнкой кто-то! Привет, чувак! Выжил телефон? А, там видео есть, а ну видео включай, что там было внутри. Нет. Антон, путь! Подъезжайте, потому что Лене холодно там. И Сане тоже. Не, ну я предполагал, что это сейчас произойдет, в принципе. Даже не успел сказать, сейчас будет экшен. Завышить успел? Он на шнурке же упал. Слышишь, двойной переворот, потому что... Просто когда, Леня, Леня, когда у тебя Витя на борту, это вдвойне опаснее, ты понимаешь? Да не, он перевесил просто, ты понял? Сейчас самурай спасает, самурай будет. Кто плавает? Термос. Термос плавает? Леня, хоть термос отдай, мы чай пока попьем. Брат брата вытягивает. Братуха тебя сейчас спасет. Оно не стоит. Потянет. Так, сейчас Виллис будет вторая серия. Включайте камеры. Да, да, да. И туда вниз. Светлый, да, серый, белый. Кто? Посмотрите, что тут творится. Давай, да, подробнее как раз. А ты рейд, рейд, какой рейд, блин, вот он рейд, здесь весь. И не надо ехать 80 километров. Витя, тебя переплюнули, ё-моё. Надо что-то выдумать новое. Что-то долго, давайте быстрее. Бородач едет лично на спасение, спасательной операции участвовать. Ой, что ты делаешь, Паша? Ну, да, чтобы лебедку не натянули, да? Конечно, Паша, может... Чтобы не натянули. Сюда? Ты что, ебать на колесах, а потом уже тянуть его сюда. Давай, Надя, давай. Так правильно, сразу зацепить, чтобы сразу вытянуть. Так, все, уже лебедка зацеплена сейчас. Да хотя бы поставить его, чтобы не лежал в воде он. Поставим. А потом вперед подтянем. А ноги. Так а ты была голова под водой или нет? Да? Рыбы видел, нет? Карасей видел? Ловите, что выплыло, перчатки. А, стекло порвались. Термос, термос ловите. Леня, термос, Леня. Стой, куда? А теперь надо... Что, я поджарик. Теперь заводи. Нет. Сам поедешь. Судзукой назад теперь тяните. Да вперед его надо тянуть. Поэтому я говорил, сразу зацепите, тянуть вперед. Леня, термос топором под... Давай.
Мы ж не знали, что ты там, мы думали, Леня один, и тут ты выныриваешь из-под воды. Ты чё, блин? Ты хотя бы говори, что ты с Леней, блин. А вы говорили, я опасный штурман, да? Я вообще безопасный. Да, да. Без аквалана оттуда опасно, наверное. Да, да. Леня, давай сюда всегда ездить, когда зима. Хорошее место. А там пленка, блин. А, там пленка ж порвалась, да. Она сразу порвалась? Половина порвалась, когда перевернулась. Пленка. Да. А там чья-то нога или что это? Это третий. Блин, чья-то нога, слышишь? Кто-то, наверное. Это не Юля там внутри? Леня, Леня, а там чья-то нога, это не Юля там? Ёлки-палки, так не пугай, ты шо? Окно поломалось. Еще. Еще. Олег, назад тащи, Олег. Олег. Не, не, Олег. Стой, 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 Олег. Олег, назад. Дембель, тащи назад. Нормально тянет, всё. Лёнь, назад пусть подтянет чуть-чуть. Не, не отпускай. Короче, в три стороны все эти нити. Интересное будет видео. Сейчас еще бородач спереди. И все втроем тяните одновременно. Кто больше кусок Лёни получит? Леня, Леня, а ты гороскоп смотрел? Ты ж перевернуться должен был сегодня по гороскопу. Я не верю, но я не хотел. Не хотел. С тобой был Витя, Витя хотел. Я не верю. Я не верю. Это жестяк. Собака, ты такое видела когда-нибудь? Вообще в шоке собака даже. Да вон термос хотя бы спаси. Так а где телефон твой? Я не знаю. Он же был на шнуре вроде, ты встал. Да, ж... один, а второй. А, второй? Второй пункт, да. Слышишь, давай найдем мой кардан сначала на танка, а потом твой телефон уже. Давай на второй наберем. Да не, он же не водонепроницаемый. Сейчас приедет этот иностранец с Днепропетровска, и он найдет твой телефон ногами. Надо металлоискатель. Тут богато, что можем найти. Да, никакого. Наш фильм по чуть-чуть отпускал. Так сзади же еще привязано тоже. Правое разбил, да. Да. Что там моя тяга Панара по сравнению с Леней, да? Оторванная. Витя. Есть такое. Так, ну что делать? Я не вперед. Да. Руль. Садись, Лень. Не... Лень, только сильно не газуй. Печку. Стой! Сейчас будет вторая серия. Филин, отпускай резко, Олег, резко отпускай. Да, да, да. Все, поехали, поехали, тебя ехали. Витя, а ну залезь там, где ты был, оно так лучше получается. Залазь, да, залазь, залазь, залазь. Ёлки-палки. Ого, вот это там муляки. Что, есть там что-то? Есть, есть муляка. Где ты, Леня? Иду к тебе, Леня. А что отцеплять-то? Кто его знает, что это Сузуки сейчас еще вытянет? Да, да, тут опасно, блин, все в муле. Вот Леня внутри, видите? Что там внутри, Леня? Шноркель воды вылилась. Вот чья-то нога. Нормально? Ты как себя чувствуешь? Не замерз? Витя, отцепи филина лебедку. Можете брать, Витя. Да.
Леня, ну ты сейчас починим, и ты должен проехать это место все равно. Телефон где-то на дне только. А телефон тот водозащитный, который под водой. Так надо набрать, его видно будет. Набирай на него, идет вызов. Чем? У меня другого нет. Диктуй номер. 067. Подожди. Все. Витя, ну тебе понравилось с Леней ездить? Да, Леня из лучших, я признаюсь. Набрал Леня, он там под водой телефон должен. Вызов идет или нет? Идет вызов, он под водой должен звонить. Он не может быть внутри салона? Не-не. Ну, может, работает? Да, вызов идет. А звук? А он будет выше колеса. Ну, где-то здесь он. Короче. Кать, не лезь. Вызов идет. Не, вызов идет, он под водой. Так, что здесь? Ну, ничего такого особенного. Леня, какой телефон? Патрол, серьезная машина. Либо он здесь внизу где-то, вот. У меня есть ОЗК. Нету звука? Вот тут и радиостанция моя. Леоня, есть ОЗК. Леоня, что нашли? Что выловили? Можете за телефоном сходить, он под водой еще. Телефон вряд ли. Леоня, он здоровый весь камелю. Ёханый бабай. Да, хороший шноркель. А, ну оно ж через верх все равно попало. Так, Олег. Лед — это самая жесть, конечно. Олег прорубился. Защищено там у него все. Красавчик. Не, не двигается. Ну что тут, Лёня? Грязь. Грязь попала? Дверь не помяли? Что, нема? Слышь, можешь чая хотя бы дать попить, елки? Дайте хоть чая, который был оффроудного. А ну, подержи. Ёханый бабай. Лёня, глянь, как закручивает, чтобы никто чай не пил. Ёханый бабай. А ну, где? Блин, надо мыть, подожди. Сейчас помоемся. Налей чайка. Вот этот знаменитый термос имени Лени. Чаек попьем, а ну подержишь? Интересно, чай оффроудный, как он там, который был. Ой, какой вкусный подводный чай. Какой-то запах. Или привкус болота. Леня, а ну попробуй, это привкус болота в чае, или я не пойму? Да не, нормальный чай. Нормально? Я его пил. Ну, все, вроде фильтр да. Уже нельзя ставить? Не, да? Не, помыть его надо от болота. Свечи треба откручивать. Сейчас надо вот это выкрутить, посмотреть, карбюратор есть. А что ты там купаешь? Да до карба не достала вода, если заглушить успел. Что, чистая, да? Чистая, да. Надежная машина хорошая, сейчас поедет дальше. Что у Лёни вообще свечи не закручивают? Не, ни разу он не выкручивает. Ты первый раз выкручиваешь Лёнины свечи. Когда бы еще свечи выкручивать? Когда Лёни свечи выкручивать? Он все время купается или переворачивается. Бачишь на гальчик? Ну, чистое, нормально. Не? В задувильному стане, но нехорошо. В задувильному стане. Но нехорошо. Сильно? Да, вдруг там вода новая, да? Да машина на гарантии еще. Леня, елки-палки, что там происходит у тебя? Открыл Кинстон и видел? Ёлка-ны бабай. Бай. Ты что там? Пошел на поиски телефона. Саня. Саня, телефон пошел. Не, я набрал просто раньше. Гудки идут? Да, идут гудки. Саня, залазь, гудки идут. Ты просто помнишь лучше всех, где он выпал, понимаешь? Вызов идет. Телефон где-то... А где примерно? Он где-то вот тут примерно, наверное. Не-не-не, он же ближе был, или нет? А, вот здесь где-то, да, получается? Где-то вот тут получается. Так, тут...
Космонавт. Так ты будешь нырять? Ну, да. Так наушники одень, чтобы слышно было телефон. Слышишь? Ого. Да ты серьезно готовишься. По-другому нет. Ё-моё. Саня, блин. Сейчас будет экшен. Что, пошел? Набирать? Саня, вон рак, вот эти варежки еще есть. Варежки. Я в них чувствовал. Не, не надо, да. Ну смотри. Идет вызов? Сань, маску дать? Я думаю, что он может все-таки... Я набрал. Слышь, Боги? Тихо, тихо. А ну смотрите, еще Витя, пошли. Помогай. Глянь на него. Вот набирают. Так набирают, вызов бы слышно было. Вот оно набрано. Смотри, вот тут где-то он, вот здесь примерно. Колесо переднее вот там было. Вот здесь где-то вот. Вот, напротив Влада, напротив Влада. Напротив Влада где-то. Не-не-не, рано, рано. Рано, не. Вот как он лежал. Подняли когда. Вот. Получается, да, передняя. И вот морда была вот где-то здесь. Ремень нашел. Вот так начинает идти, да. Даже вот так. Сейчас я набрал. Очки. Сегодня твой день. Глянь, вызов идет, звонит ему кто-то? О, Леня, ты бухал, ты пьяный ехал, Леня! Алкаш, блин! Отдай, пусть допьет, Олежек, отдай ему, пусть допьет, Леня. Надо будет сейчас. Леня, а что ты мне не отвечаешь? Я тебе же звоню. Я не могу, я занят. Астрации длинная антенна найдет. Иди на меня по чуть-чуть. Астрации беда, да? Так может она не тут? Но оно где-то рядом должно быть, Саня. Работает? На, иди сюда. Сюда вылазь, на эту сторону. Саня, там кардан на танковой, я знаю где. Можем съездить сейчас? Саня, давай за карданом быстро съездим. Ты сюда. Слышь, он все находит, офигеть вообще. Давай бегом заливай. Офигеть вообще. Слышь, Шерлок Холмс по сравнению с тобой дилетант вообще просто. Руки понял, а так как будто это. Что? Как будто током херясит. А бородач патрол там спас, пока ты рацию нашел. А, потерь пока нет, в общем, да? Руки только мерзнут. А сейчас руки надо. Вторую, да. Руки, я понял, как будто током херячит. Блин, у нас что-то разного цвета руки. Леня, заводи, сейчас ты должен показать, что ты тут главный джипер. Я повернулся, понял. Вовремя, да? Да. Не, я держал сразу его в кадре, я знал, что этим закончится. Это Юлины сапоги? Не, Ванин. А что ты без них? А ты и не намок, да, я понял? Ну, он же знал, на Сане сверху хитрый. Нормально. Саня там, блин. Так мы же не знали, что он там. Слышь, был экшен основной, когда Саня вылез из-под Саня, тебя. Саня, барахтаться как голубь. Точно. Как голубь, да? Бородач, блин. Застрял. Что там, Олежек, починили? Да, продули. Продули, да? Да. Ты нашел трубу? Или кто-то его... Сейчас самурай еще один едет, будет экшен сейчас. Этот опытный, конечно, такой.
со стажем. Витя, можешь к нему прицепиться сзади? Самурай серьезный. Леня. Насос там был электрический, да, называл? Да. А, ну он еще... Электрический? Да. Все, давай подаемся через края. Давай. Первый. Выехал. Ну, Павло, ты не благословил Леню с Витей, блин? Так, Витя, вы там все приносите несчастье с того района, что ли? Да. Мне Витя залез, говорю, что-то, блин, мы, по-моему, тоже идем на опрокид. Тоже было, да? Только что свежано. Чуть не... Олег, отдыхай, пока куришь. Не, он так не стоит. Так, почти. Почти. Стоп. Олег выехал тут без вопросов. Так, да, куда? Не забери руку, бо він на газу було. Забери руку, бо оторве! Не, ну перелеєно. Куда так там засраний може бути? Потому що він дає цього. Ти попробуй завести прогазувати. Вот эта машина, да? Да? Легендарная. Тебе? А водитель какой? Какой пилот? Нам пилот, вчера, да, не хватало на танковой ночи. Был... А два штурмана каких с ним были, серьезно? Один, ты видел? Один пока чинит, другой все шерстит, бродают, телефоны достают. Да. Спирта нет, бензин добавить? Заводи. Короче, знаешь, что говорит Витя? Что может Витя говорить? Витя говорит, что он должен перевернуться два раза. Два раза. Слышь, бородач в окне так прикольно смотрится. Убери этот. Да нет, там же стекло опущено. Такой натюрморт на карте. Видишь, как удобно, можно опускать разными углами. Леня, давай зацепим и протянем. Леня, давай. Давай, попробуй. Да не, заводи, на газу заводи. На газу и под газу. Делай счастливое лицо, Леня. А подожди, пусть она проработана в карбюраторе. Еще рано, да? Это, блин, я там карбюратор. Да, начали, да, типа, да, человек в красном сказал, крути, еще не посадил. Да, чем крутить? Нечем. Нечем. А, тягивающий. Завели нормально. Починили. Починили. В свечах масло было. Починили. Была, она пока не просрется. Лень, давай задом попробуй пройти этот участок. Задом. Давай, Леня, никого не слушай. Капот пусть открытый будет, чтобы легче искать. Леня, никого не слушай. Едь, как ты ездишь сюда. Леня, давай, пока ты грязный, едь, помойся. Леня, бочину помял? Да где? Да вот где. Чуть-чуть, да. А как это? Облет, наверное, да? И поворотник разбил шестерочный, Леня. Попадание конкретно. Мотор идеально работает вообще. Может пока ехать так, я знаю, ну, это что? Сейчас будет экшен 2. Ёлки, у вас лучше всех едет вообще. Да? Я вообще не хочу. Вообще. Леня, хочешь, я договорюсь, он поменяется сегодня, если. О-о-о, сейчас на правильный маршрут становится. Так, сейчас. Хочет искупать тоже штурмана, не хочет.